Готов к труду и обороне. В спорткомплексе «Строитель» состоялся областной этап соревнований ГТО. Около 50 команд, представляющие разные муниципалитеты Подмосковья, приехали в Мытищи для участия в нормативных испытаниях. По положению соревнований в командах 8 человек и равное количество юношей и девушек, которым необходимо выполнить 6 заданий. Подтягивание, бег, прыжки и стрельба входят в общий комплекс. В состязаниях засчитывается не только командное количество баллов, учитывается также индивидуальный зачет. Всероссийский фестиваль «Готовь к труду и обороне» возобновили 4 года назад. И за время его проведения в Мытищах уже более 16 тысяч человек приняли участие в комплексе ГТО в разных возрастных группах. До конца недели Министерство спорта подведет итоги соревнований и объявит результаты. А уже в конце года после зимних состязаний победители получат заслуженную и долгожданную награду.